Трансвестита. На кого? На трансвестита. На какого еще трансвестита? Мужик, спокойно. Кто мужик? Я мужик? Спокойно. Сам ты мужик, слышь? Тихо. Помогите, люди добрые. Хулиганы свирепые. Телефон есть у кого-нибудь? Ребят, скорую вызовите, а? Скорую вызовите кто-нибудь! Здесь курить нельзя. Женщина. И вообще, шел бы ты домой. Все равно ты ей уже ничем не поможешь. Почему? Да потому. Теперь врачи все сделают сами. Я подожду здесь. Я не буду мешать. Сиди. Жалко, что ли? Спасибо. Только кури на лестнице. Хорошо. Thank you.
столице 7 часов утра. А немного о содержании ближайших 30 минут. Эй, братан. Это вы привезли пострадавшую с огнестрелом? Кого? А, да, как она? С ней все в порядке? Не знаю. Собирайтесь, пошли. Зачем? Надо. Я никуда не поеду, пока не узнаю, как она. У нас тут проблемы. Гражданин идти не хочет. Ну что, подняться? Да все с ней в порядке, парень. Врачи говорят, ничего страшного. Плечо задето. Не волнуйся. Иди домой. Ну, собирайся. Пошли, пошли. Пошли. Автомобиль скрылся в неизвестном направлении. Все? Угу. Да, лихая у тебя история получается, Андрей Григорьевич. Просто заслушаешься. Детектив, мам, не горюй. Триллер ты для сериалов не пробовал писать? Нет, для сериалов не пробовал. Для рекламы писал. Газировка, конфеты, туалетная бумага, памперсы. Один раз даже для прокладок писал. Серьезно? Прочти и распишись. Дата, подпись, фамилию разборчиво. Ох, повезло тебе, парень, повезло. Так, как может в жизни-то один раз только и везет. Ты цени это. А девчонка у тебя крепкая, выкарабкается. Только вот... Только вот что? Что, что? Да так, ничего. Так, мыслишки разные. Мыслишки, мыслишки. На. Ран пока еще об этом. Ну, а может, все-таки напряжешься, вспомнишь лицо-то этого грибника, а? Мы бы фоторобот составили. Я же говорил уже. Не помню я ничего. Я в ужасе в таком был, ну никаких ни деталей, ничего не запомнил. Если б я увидел его, может быть, и узнал бы. Ну, высокие, короткостриженные волосы, ну, светлые. Ну, ладно, 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 ладно. На. Может, все-таки вспомнишь. Позвонишь. Ну, а теперь веди. Куда? К Жорику твоему, рабовладельцу. Пошли, пошли. Пошли. Чисто в комнатах. Чисто. Господи, зачем ты ввязался? Ты его узнал? Да, это Жора. Спасибо, ребят, курим. У тебя квартира большая? В смысле? Потесниться придется, мы к тебе людей приставим. Здорово. Машу тоже сегодня переведем в другую больницу. Зачем? На всякий случай, я уже договорился. А вы думаете, что он может опять? Не уверен, но на всякий случай. Ты видел его лицо. Он же не знает, что ты страдаешь амнезией. Я послал запрос в Тверскую область, они организуют экспедицию, может, туда за что-нибудь зацепиться. Давай, вставай в автобус. А? У Жоры был приятель, Эдик. Мы с ним познакомились в зале игровых автоматов. Он меня с Жорой свел. Чего ты молчал-то? Поехали в отделение. Составим фоторобот. Лицо помнишь? Да, конечно. А можно я с Машей сегодня увижусь? Увидишься ты с Машей. Давай, давай. Дело сначала сделай. Thank you.
ваши братья. Привет. Привет. Давай так, чтобы потеплее. Удобно? Угу. Врачи заходят? Заходит. Хорошо. Давай поправим подушку. Ну, ну что, все нормально. А, тебе... Чуть-чуть поцарапалось. А. Ну чего? Ну... Да потому что испугался я! Я за себя так не боялся, как за тебя. Ну все уже хорошо. Видишь, я жива-здорова. Маш, я... Ну, в общем, у меня все нормально. Ты за меня не волнуйся, правда. Хорошо? Я тебе телефон оставлю. Угу. Вот смотри, тут домашний номер. Угу. Вот. Ты сразу позвони мне, хорошо? Хорошо. Все. Пошли. Спите спокойно, родные мои. Столица и хорошее у нас настроение, ибо в эфире хит-парад анекдотов. Начинаем с конца. 10-е место. Лучший анекдот на этой неделе. Лена Ковалева из «Электростали» прислала его. Это неописуемо, сказал собака, глядя на Баума. Смешно. Смешно. А на очереди 9-е место нашего хит-парада. И Антон Петрищев его читает этот анекдот. Да, приходит пациент, доктор, и говорит: доктор, у меня голова кружится. А доктор: вижу. Можно?
Алло. Это Феликс Эдуардович. Да, здравствуй, Феликс Эдуардович. Ну что, деньги нашел? Конечно, только я, к сожалению, всю сумму не смогу отдать сегодня. Ничего страшного. Я сделал все, как вы хотели. Очень хорошо. Хозяин квартиры звонил. Попозже зайдет за деньгами. Ну ладно, хватит лес точить. Время обедать. Привет. Сюсю. Нормально, нормально. Я соскучилась. Здравствуй. Привет, привет. Ну расскажи, как ты? Чувствую я себя нормально. Я говорю, соскучилась я по тебе. Я тоже. Когда я теперь тебя увижу? А когда ты хочешь? Приезжай, когда сможешь. Хорошо. Сейчас. Алло, Маш, да, пишу. Угу. Городская больница номер 12. Второе отделение. Хирургия. Палата 418. Успел? Да-да-да. Приемные часы с 3 до 6. И там охрана. Подожди. Откройте дверь, это хозяин квартиры пришел. Алло, Андрюх. У него что, ключа своего нет? Он всегда так звонит. Андрюх, ты меня слышишь? Машечка, а? Ты можешь мне перезвонить чуть попозже? Я сейчас не могу говорить. Пистолет возьми. Ждет. Слышь, гости собрались. Дети, внуки, теща там.
О, черт. Все? Ну что, пошли? Вась. Как всегда, на мой счет запишешь? Да, конечно, запишу. 95. Вася. Что? Тормози! Добрый день. Чем могу вам помочь? Скажите, официант Вася, он сегодня работает? Да, он будет вечером. Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Доброй ночи, командир. Что мы имеем? Мы имеем труп. Скажи, где тут у тебя вторая хирургия? У меня сестра там лежит, как мне к ней пройти? Сейчас никак. Приемные часы с 15 до 18. Вторая хирургия на 4-м этаже, приходите завтра. Да мне сегодня надо. Я же сказал, не положено. Завтра. Слушай, друг, а может быть, договоримся? Я тебя отблагодарю. Давай, давай, повтори, что он тебе говорил. Да я не понял, друг. Да он какой-то бред. Нет, не могу. Ну вы поймите, на свое начальство. Если вас здесь увидят, у меня проблемы будут. Спокойной тебе ночи, командир. Хорошего тебе дежурства. Добрый вечер, это снова я. Вася появился? Он где-то там. Спасибо. Дернешься, пристрелю. Где Эдик? Кто? Спрашиваю еще раз. Где Эдик? Да он из машины 3 дня не влезает. У него ломка. Машина где? Да здесь рядом, на парковке. Старый Opel. Опа. А ты откуда здесь? С того света. Поговорим? Да пошел ты. Твой приятель Жора уже в морге. Хочешь к нему? Три избранных клиента, которым он предлагал экстремальный отдых. Экстремальный отдых – это убийство людей, что ли? Типа того. В то время как партизаны играли в пейнтбол с карателями, на ту же территорию прибывали настоящие убийцы. Они убивали партизан, но так, чтобы не попасться на глаза карателям и вообще не оставить никаких следов. То есть он брал деньги из убийц и с карателей? Это было очень выгодно. Кто эти люди?
точно не знаю, но Жора говорил, что эти трое очень непростые люди. Какие-то фашисты. Эдик, фашисты эти кто? Хмель, я правда не знаю. У Жоры в сейфе были какие-то документы на случай форс-мажора. В каком сейфе? В его офисе. Ключи он в цветочном горшке прятал. Ключи от сейфа? Да, от сейфа. Давай ключи от офиса. Хмель, у меня нет. Эдик, ключи давай. Да, кстати, Эдик, я машину твою возьму? Бери. Спасибо, выходи.
Ксюх, кто это? Не знаю. Я не знаю. Ну что, ты с ума сошел, что ли? Иди посмотри сам. Ради бога. Надеюсь, что это соседка за солью. Угу. Козел, он совсем обалдел. Так. Привет. На! Не спится? Робик, осторожно! Ребят! Робик, что ты? Робик, извините, Робик, что с тобой? Господи, Робик, посмотри на меня, открой глаза. Проснулся? Открой. Подъем. Я надеюсь, ты понял, что я не шучу. Чего тебе нужно? Кино посмотрим? Это что? Вечеринка стрелкового клуба. В тире. Вот этот. Уже мертвый. Как мертвый? А вот этот бегает за мной. Пистолетом хочет меня убить. Это братья. Это два бизнесмена из Калининграда. Я собирался с ними заключить сделку. Сделку твою? Она поохотится на людей. Ты с ними не собирался? Хмелик. Ты что, Хмельницкий, с ума сошел? Что за чушь, что ты сделал? Чушь, ты следователь будешь рассказывать. Он знаешь, какой мужик едет? Он из тебя все жил и будет тянуть. Зачем ты так со мной? Я этого не делал. Так, мне нужно знать, кто это и где его найти. Это Игорь. У меня в телефоне адрес. Телефон, Ксюша. Да, сейчас. Сейчас. Да. Больно же. Сейчас. Давай быстрее. Да-да. Вот, Игорь Зародов. У них с братьями казино под Питером. И еще два строятся в Калининграде. Прямо у моря. В центре. Там в телефоне адрес. Обычный и электронный. Он даже приглашал к себе в гости, в загородный дом. Ксюш, где твой мобильник? Вон там. Ксюш, я возьму? Да, конечно. Да. Спасибо. Ай. Ксюш. Егоров. Это Хмельницкий. Так, ты где? Куда ты пропал? Ты живой вообще? Я у тебя в квартире, работаю с криминалистами. Что здесь произошло? Грибник приходил. Опа. Так, где ты находишься? Я сейчас людей пришлю. Не надо. Что надо, не надо? Ты не придуривайся там. Все очень серьезно. Тебе нельзя оставаться одному. Мне сейчас звонили из больницы. Убили охранников, Машу увезли. Алло! Хмельницкий! Я нашел запись с Грибником. Какую запись? Запись находится по адресу Коротковский переулок, дом 5, квартира 45. Там же находится свидетель, который лично знает Грибника. Какой свидетель? Хмельницкий! Что ты собираешься делать? Закончить игру. Не надо, не... Thank you.
Ну что? Очухалась? Алло. Привет, Грибник. Это Андрей Хмельницкий. Очень кстати. Хочешь послушать, как она умрет? Ну. Она же тебе не нужна. Тебе нужен я. Правда? Так что давай закончим это как мужчина, слышишь? Ты слышишь, Игорек? Зародов. Алло. Алло. Игорек, ты не рад меня слышать? Откуда ты меня знаешь? Я вообще много что о тебе знаю. Я о тебе знаю гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Слышь ты? Ну, ответь что-нибудь, Игорек. Откуда ты можешь обо мне что-нибудь знать? Ты сильно наследил, Грибник. Запомни. Если ты связался с ментами, она умрет. Очень страшная смерть. Ну, давай, показывайся, герой. Хандыхов. Пистолет бросай. Где Маша?
А зачем мы сюда пришли? Езди, сколько мы должен. Мы ненадолго. О, кого я вижу. Привет, индеец. Привет. Здрасте. За мной должок. Держи. Ну как, ты сегодня в игре? Я больше не играю. В смысле? Завязал. Хватит. И давно? Все. Начинаю новую жизнь. А-а-а. Давай, краснокожий. Ну, как знаешь. Удачи. Спасибо. До свидания.